В преддверии отопительного сезона самое время напомнить о долгах за тепло и горячую воду. Уже традиционное мероприятие по вычислению должников на дорогах Ульяновска провели сотрудники ГИБДД и судебные приставы совместно с «Энергосбыт-плюс». Местом встречи стал бывший пост ДПС на подъезде к Императорскому мосту. В утренние часы на дорогах большой поток транспорта. Люди спешат на работу и учебу. По словам приставов, каждая пятая останавливаемая машина принадлежит должнику. Акция направлена на побуждение должников проплатить всю свою задолженность имеющуюся. Некоторые не знают о своей задолженности, мы должны их уведомить. Также сотрудники ДПС будут останавливать должников. Мы будем вручать требования и принуждать к оплате. Остановить неплательщика по ходу движения сотрудникам ГИБДД помогает прибор «Дорожный пристав». С его помощью из общего потока можно вычислить авто водителя, имеющего задолженность за жилищно-коммунальные услуги. За 2 часа рейда было остановлено порядка 20 машин. Из них должниками с неоплаченными услугами за отопление и горячую воду оказались 7, с общей задолженностью 130 тысяч рублей. Всем им выдано требование об исполнении обязательств по оплате долга, в случае неисполнения которого нарушителю грозит штраф от 1 до 2,5 тысяч рублей. Подобные рейды являются новым форматом для нас, поскольку мы привыкли ходить там традиционные рейды и посещать квартиры должников, вручая им уведомления. А в данном случае мы используем основные центральные дороги города, где совместно с сотрудниками ГИБДД, судебными приставами, ловим с помощью мобильного пристава автомобили должников. Количество подобных акций, по словам организаторов, будет только увеличиваться. Информацию о наличии или отсутствии задолженности можно уточнить на сайте Федеральной службы судебных приставов, в кассах РИЦ, а также по телефону клиентского отдела «Энергосбыт-плюс» 21 41 37.